красотка! Пст! Мамаша! Что за маскарад? Ты выглядишь как Хосе Бибер! Как ты сюда попала? Здесь ничего. Да, ничего. Здесь тоже. Ничегошеньки. Салют, детка. Он чист. Что? Сама говорила, я выгляжу как парень. Я совсем про другое. Как парень я гораздо круче. Да, конечно, эти усики тебе тоже очень идут. Усы я себе не клеила. Дай-ка мне. Идем. Дай потрогать. Это чистое самоубийство. Мне плевать. А мне нет. Ты мне намекала, что я совсем ничего в тебе не понимаю. Но где-то тут, в глубине, есть сердце. Не убивай Кортеса. У меня есть идея получше. Сейчас, погоди. Такие узкие. Застряла. Ты хочешь прицепить это на меня? Да, но не знаю, куда его засунуть. Я же говорила, держись подальше от меня. Это слишком опасно. Погоди секунду. У нас все получится. Я устрою шухер, а ты вытащишь из Кортеса признание в убийстве брата. Мы засадим его надолго. Хорошо. Если прикрепить сверху, работает лучше. Где-то в грудной области. Засунула? Да, отлично! Нужно протащить между ними внутрь. Нет, засовывай поглубже. Показывали же тебе. Сначала раздвинь, а потом обхвати. Покажи. Извращенец! А ну пошел вон! Отрастил себе усики! Пошел вон! Плохо тебя мама воспитывала! Вот черт!